Добрый день, дорогие друзья, любители винтажа и антиквариата. Представляю на ваш суд розовый сет на двоих, тет-а-тет, с пионами. Итак, друзья, в моем новом сете участвуют два чайника побольше с розами, золотом, с цветами, с букетиками. И второй чайник тоже с розами и с бабочками на розовом фоне. Это Япония. Ну и, конечно, если я делаю сет с Японии, да еще на природе, значит, должны участвовать в нем пионы. Итак, в сете участвуют французские стеклянные чашки чайной пары. Вот с таким изумительным рисунком рельефным. Скатерть с розами. И пионы. У меня на даче хранится много стеклянной посуды из так называемого марганцевого стекла. Ее я купила в свое время на различных блошиных рынках. К примеру, французскую чайную пару я купила на площадке, сделанной в СССР, всего за 100 рублей. И вазочку с малиной, которую вы здесь видите, я тоже купила там же и тоже всего за 100 рублей. Ну, казалось бы, совершенно невероятные цены, особенно для Москвы. Ну, а в качестве декора я использовала изумительную фарфоровую статуэтку голубки и огромный букет пионов, любимые японские цветы. Как вы видите, на чайнике тоже изображены белые пионы, и обратите внимание на нежно-розовое крытье, а также на использование покрытие золочения 24-каратным золотом на ручке, на крышечке и носике. Очень красивые, изящные чайники. Это все посуда периода Советского Союза. А лепестки пионов мне напоминают хвосты распущенные голубков. Ну, посмотрите, правда же похоже. Друзья, спасибо вам за то, что были со мной. Мне это безумно приятно. Удачи вам во всем, продолжение лета, хорошего настроения и всех-всех благ. Мира в душе и мирного неба над головой, мои дорогие. До встречи!